Индексация присужденных сумм. Ценность денежных средств может со временем меняться. Поэтому процессуальное законодательство предусматривает возможность индексирования присужденных сумм. Индексация сумм возможна, когда судебный акт о взыскании денежных средств длительное время не исполняется. Правило об индексации присужденных сумм предусмотрено статьей 208 ГПК РФ и 183 АПК РФ. В процессуальных кодексах предусмотрена возможность подачи заявления взыскателям для индексации. Такие заявления рассматриваются в судебном заседании, однако неявка лиц, участвующих в деле, не является препятствием для рассмотрения вопроса индексации в их отсутствии. Законодательство также предусматривает возможность обжалования определения об индексации или об отказе в индексации в вышестоящий суд. ГПК РФ предусматривает обжалование такого определения путем подачи частной жалобы. Арбитражный процессуальный кодекс – путем подачи апелляционной жалобы. Процессуальные кодексы не конкретизируют размер процентов, начисляемых на сумму задолженности. Достаточно часто для таких расчетов используют индекс роста потребительских цен. Информация об этом может быть получена по запросу в отделениях Росстата. Иногда для этих целей используется ставка рефинансирования. Сейчас она приравнена к ключевой ставке. При этом суды считают недопустимым распространять правила об индексации на взысканные по судебному акту суммы административных штрафов, налогов, обязательных платежей, финансовых санкций, потому что отсутствует законодательство, регулирующее их пересчет пропорциональной инфляции. Несмотря на такую схожесть положений об индексации, суды общей юрисдикции и арбитражные суды по-разному подходят к этому вопросу. Арбитражные суды указывают на то, что специальный федеральный закон об индексации присужденных денежных сумм отсутствует. Поэтому применение закрепленного статьей 183 АПК порядка пересмотра размера своевременно неуплаченной задолженности полностью исключается. В пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 года номер 11 о некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, Верховный суд сказал: индексация присуженных денежных сумм, произведенная по правилам статьи 208 ГПК РФ, статьи 183 АПК РФ, в связи с неисполнением судебного акта, не лишает права требовать присуждения компенсации по закону о компенсации. Таким образом, Верховный суд указал на возможность индексации как по ГПК, так и по АПК. При этом суд сослался на возможность одновременного применения федерального закона от 30 апреля 2010 года номер 68 ФЗ о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. Заявление об индексации присужденных сумм рассматривается в рамках судебного дела и подается в суд первой инстанции. При подаче заявления об индексации госпошлина не оплачивается. К заявлению в суд общей юрисдикции прикладываются копии документов по количеству сторон. Если заявление подается в арбитражный суд, прикладывается один комплект документов и документы, подтверждающие направление приложений сторонам. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, и тогда все будет хорошо.